Executive Officer of the International Paralympic Committee. Медаля вручает госпожа Мария Гуэльо, почетный член Международного паралимпийского комитета, в сопровождении господина Хавьера Гонсалеса, генерального директора Международного паралимпийского комитета. Bronze medalist representing Russian Federation. Бронзовый призер, представительница России, Светлана Коновалова. States of America. Серебряный призер, представительница Соединенных Штатов Америки, Оксана Мастер. Follow my blogs and get the behind-the-scenes access.